Двое дагестанских вольников сменили спортивное гражданство. Расул Шапиев и Ахмат Магомедов будут выступать за Северную Македонию. Воспитанники спортшколы республики, чемпионы Дагестана разных лет, а также медалисты всероссийских турниров. Первым стартом для борцов станет чемпионат Европы, который пройдет в конце этого месяца в Будапеште. Шапиев будет выступать в категории до 74 килограммов, а Магомедов в весе 79 килограммов. В составе сборной Северной Македонии сейчас также выступает еще один дагестанский борец Магомедгаджи Нуров. В 2019 году он принес этой стране бронзовую медаль чемпионата мира.